Подарок телезрителям накануне юбилея. Телеканал «Хабар» запускает в эфир новый сериал «Кыз жолы». Это фильм о семейных ценностях, любви, сиротстве, женской доле и житейских проблемах. «Кыз жолы» – сестры, вернее, три сестры. Это совсем не чеховские героини, живут они в современном мире, меняют незаурядный сельский быт на городской, в котором им приходится выживать в самых разных ситуациях. В фильме 12 серий. Режиссер Оскар Бесембин, он же один из авторов сценария, говорит, что не ошибся в выборе главных исполнительниц. Это Айнур Бабаева, Баян Кажнабиева и Бану Манкеева. Одна из них по роли врач, другая учитель, а третья просто домохозяйка. Мы хотели показать влияние внешних сложностей на взаимоотношения с семьей, они укрепляют или наоборот людей, где расходятся в разные стороны. Это собирательные образы наши сестры. То есть у каждого человека наверняка есть такая сестра, такая тетя, такая мама. Создатели сериала так закрутили сюжет, что во время съемок сами стали заложниками сценария. Сопереживать своим героям, жить их жизнью, эмоциями, радостями и горем. Потому что очень не хотел бы в какие-то моменты жизни оказаться на ее месте. То есть это и опыт, и фантазия, какие-то ожидания, какие-то внутренние переживания, сопереживания героиням, вот, женщинам, трем сестрам. Интересно, что до премьеры создатели фильма не стали проводить ни пресс-конференции, ни предварительного показа. Героини сериала сами, как говорится, пошли к своим зрителям в тех образах, которые были созданы для сценария. Например, посетили клуб помощи недоношенным детям и приют для одиноких матерей. Нам стали близки их проблемы, их чувства, их желания, говорят актрисы. Итак, «Кыз жолы» на телеканале «Хабар». Первая серия уже сегодня, после итоговых новостей, в 21:30. «Хабар» арнасына, «Кыз жолы» телехикаясына тамашалаңыздар. Гульнара Умарбекова, Нурдаулет Джексабаев, 24 KZ, Алматы.